Приводу, звісно, от Кадирова хотілося б поговорити з вами. Чеченський ватажок Рамзан Кадиров вчора доволі цікаво відреагував на скавчання Пригожина. І таким чином він ніби водночас показав, що він і далі, Кадиров мається на увазі, ніби в нормальних відносинах з Пригожиним, але при цьому він все одно його принизив. Сказав, що ну, якщо вони там якось там ведуть себе неадекватно, записують свої відосики, то будемо записувати типу відосики ми, так? Тому що вони теж тіктокери. То ніби вони готові зайти в Бахмут і там зайняти місце ПВК Вагнера. Що ви можете сказати з цього приводу? Це гра більше на публіку, якась медійно-політична, чи це серйозна конфронтація і щось більш серйозне? Ну, во-первых, хочу вас поздравить з тим, що ви украинские славные силы ПВО и ПРО сбили этот так называемый кинжал. Это еще доказывает о том, что перемога будет за нами. Это во-первых. Во-вторых, насчет того, что, как высказывал, насчет высказывания Кадырова, то это, по-моему, так сказать, элементарно, как говорил господин Ватсон в «Шерлок Холмсе», потому что, во-первых, от имени Кадырова почти-то говорил сам Владимир Путин. Это во-первых. Это был прямой месседж, который был послан Пригожину. После его, как говорится, так называемой попытки госпереворота, после того, как он обратился прямо сказать, в Кремль обратился, я бы сказал, с ультиматумом. Я думаю, что как раз через Кадырова Путин послал ему, как говорится, черную метку Пригожина, чтобы он там, как говорится, не выпендривался, может так вот сможет сказать. Я буду говорить ихними словами, как они привыкли говорить между собой, как Путин, там Кадыров и еще, так сказать, Пригожин. И чем это все закончится, наверное, нетрудно догадаться. То, что, как говорится, в России сейчас начинается, ну так можно сказать, ползучий дворцовый военный переворот, это факт. То, что Пригожин, так сказать, первый раз обмолвился об ультиматуме, что он оставит Бахмут и, значит, все свое войско перенаправит в так называемые летние лагеря, это не что иное, как говорится, подготовка к походу на Москву. Поход на Москву. То есть это был вот такой интересный момент. Я еще должен сказать, что тот штурм, который был сотворен в контексте ударов по Кремлю, ну, я могу, так сказать, с высокой, так сказать, я бы сказал, вероятностью сказать, что это тоже может быть и дело рук самого Пригожина и его, так сказать, наемников. Потому что они как раз имели все возможные, как говорится, средства нанести такой удар по Кремлю. И как раз в логическом контексте можно сказать, что Пригожин даже сам, как говорится, отправил в Кремль черную метку. Я думаю, что эту метку в Кремле приняли как раз Песков, Дмитрий Песков, спикер Кремля, подтвердил данный момент, что в Кремль уже получили, так сказать, эти уверения от Пригожина и скоро дадут ответ. Вот как раз ответ и последовал со слов Кадырова. Хотя я должен сказать, что Кадыров, Золотов и значит, Пригожин, они сейчас как раз в единой, как говорится, команде. И как раз они, я думаю, что как раз противостоят клану военных, которым, значит, можно причислять Шойгу, Герасимова и, ну, скорее всего, значит, Чемизова, Виктора Чемизова, который как раз заправляет российским ВПК. И я думаю, что как раз Путин решил как-то этот конфликт, который мог перерасти, и даже этот конфликт тоже, так сказать, на сегодняшний день не иссяк, потому что, значит, вражда, не только вражда, но и даже те красные линии, которые Пригожин фактически перешел в конфликте с военным кланом, военно-политическим кланом, думаю, что как раз может привести к гражданской войне внутри Российской Федерации, что нам как раз и абсолютно и как раз и нужно. В этом контексте, я думаю, что ситуация еще будет ухудшаться, потому что никто не знает, как будет развиваться ситуация 9 мая и в самой, так сказать, Москве. Так что, по моим, так сказать, непроверенным данным, в Москве уже введены, значит, части Дзержинской дивизии внутренних войск, которые подчиняются лично Золотову. И я думаю, что если так пойдет ситуация, то, скорее всего, Пригожин может, как говорится, стать
так называемым, я бы сказал, новым генералом Корниловым. Я имею в виду, вы из истории вы знаете, чем закончилось, например, значит, мятеж Корнилова и его поход на Петербург. Да? Я думаю, что вот на сегодняшний день как раз Пригожин и стал генералом Корниловым для Путина и его клики. И я думаю, что как раз уже, так сказать, собираются все, так сказать, боевые силы и военные силы, чтобы как-то, может, отразить тот, например, те, например, возможно, так, поход, который как раз Пригожин и анонсировал. Я думаю, что как раз 9 мая он как раз оставит Бахмут и, скорее всего, обнулит, значит, фронт. И я думаю, что как раз то, что Кадыров говорит, что его части заменят вагнеровцам, ну, это тоже, так сказать, будет, я бы сказал, мало сказано. Потому что, вообще-то, кадыровцы воюют на другой стороне, так сказать, фронта. То есть их переброска займет некоторое время. То есть это еще, как говорится, делает возможность того, что фронт на линии, как говорится, Бахмут-Мариинка будет, как говорится, еще будет, как говорится, слабеть. И в этом контексте возможно, как говорится, уже то, что украинские вооруженные даже в этом оперативном контексте могут перейти в контрнаступление и как раз прорвать российский оккупационный фронт в этом направлении. То есть в этом контексте, я думаю, что Пригожин, как говорится, делает свое дело. То есть, скорее всего, он может даже, так сказать, второй ультиматум, значит, предъявить Кремлю, который будет как раз, суть будет в том, чтобы на месте Шойгу поставили бы его. То есть, чтобы он стал министром обороны. Вот. Вот такая ситуация сейчас как раз развивается в России, то есть такое в Москве, как можно сказать. И чем это, как говорится, чем это завершится, ну, я не знаю, даже вот если был бы жив Глоба, даже он тоже, так сказать, не смог бы сделать некоторые свои предсказания. Пане Вахтанг, дуже цікаво спостерігати за цією заявою Кадирова, тому що навіть якщо уявити, що Кадирову би дали добро, карт-бланш повний, і він своєю там, умовно, там 40-тисячною всією армією, кадирівцями своїми там, пішов би замість Пригожина на Бахмут, то ну, великі сумніви, що Кадиров би це реально зробив би. Тому що балакати – це одне, а прийти реально – це інше. Чому? Тому що все-таки кадирівці – це Росгвардія. Все-таки вони не вміють працювати з важкою технікою, артилерією та авіацією, що вміють робити пригожинці, так, вагнерівці. Ну і при цьому ми знаємо чудово, що Кадиров готує свою армію не просто так, адже він розуміє, що може запалати на Кавказі знов, мається на увазі саме там, де Дагестан, Чечня, і йому ця армія потрібна саме на території Кавказу, для того, щоб мати сильну позицію. От в цьому контексті, як вважаєте, от все-таки Кадиров, він бачить, ну, вбачає в своїй армії більше ту силу, яка повинна бути на Кавказі, чи все-таки він може нею маневрувати для своїх якихось цілей політичних і за територією Чеченської Республіки? Ви абсолютно правий, абсолютно правий, тому що Кадиров не тот уровень, не тот каліб, щоб він смог, як говориться, захищати Бахмут зі сторони російських окупаційних військ, абсолютно правий. Во-первых, у Кадырова нет таких военных и боевых возможностей, каковы имелись у вагнеровцев. То есть у Кадырова нет, как говорится, слаженности, так сказать, ну, с частями, так сказать, вооруженных сил, значит, Российской Федерации. Это, во-первых, у него нет тяжелой, так сказать, военной, значит, боевой ракетно-артиллерийских систем. У него нет боевой авиации. И естественно, что мотивационный фон гораздо ниже у кадыровцев, нежели у вагнеровцев. Ну, это две разные абсолютно, так сказать, группировки. И что самое главное, кадыровцы в основном, так сказать, используют как заградительные, значит, части. Естественно, что такие заградительные части, естественно, не могут похвастаться высоким боевым духом и моралью. И я должен сказать, что еще одну, здесь, может, маленький секрет еще раскрою, то, что на данном этапе в оккупированной Украине воюют не менее, так сказать, 20% от той части кадыровской, так называемой, частной армии,
у которой, как говорится, Кадырова имеется на данном этапе. То есть он только послал 20% из своих, так сказать, боевых частей, которые, как говорится, воюют в Украине. И то, что, так сказать, они даже не смогут прикрыть все лазейки, которые сейчас в Бахмуте в скором времени уже появились и появятся. И в этом контексте сейчас сравнивать кадыровцев и, значит, вагнеровцев, ну, в этом контексте абсолютно не приходится. Потому что у кадыровцев нет такого, я бы сказал, боевого опыта соприкосновения в симметрических боевых операциях, то есть войсковых, вообще, я бы сказал, групповых, значит, боевых операциях у них нет опыта, во-первых, а у вагнеровцев этот опыт уже накопился. Во-первых, как говорится, и что можно сказать, что финансируем, как говорится, в отношении от Вагнера, у Кадырова тоже нет такого большого, так сказать, финансирования. Во-первых, Кадыров очень такой скупой человек. Он свои деньги не потратит на того, чтобы своих, что-то сказать, обмундировать и дать возможность, чтобы они воевали с высокой, так сказать, мотивационным уровнем, на мотивационном фоне. Да? Так что в этом контексте, и что самое интересное, у Кадырова нет специальных, значит, спецслужб, то есть войсковой разведки. А без, так сказать, вовлечения вот такой структуры, у которых вагнеровцев, к сожалению, имеется, естественно, сейчас не будет немыслимо, как говорится, воевать против достойных украинских войск. И что самое интересное, у Кадырова, в отличие от Пригожина, что прямо сказать, несмотря на то, что у Пригожина абсолютно фактически напряженные, ну, напряженные это мягко сказано, отношения с Шойгу и с Герасимовым, у них нет доверия. Это абсолютно две разные вещи. Вы не забывайте, что в России супер-меганационалистическое государство. И там только доверяют своим русским, а не инородным, как говорится, представителям. Так что я думаю, что все эти факторы, даже если, так сказать, кадыровцы, значит, будут заменены пригожинцами, да, то, естественно, будет на руку нашим войскам. Это я могу точно вам сказать. И в скором времени даже мы будем перед фактом освобождения не только Бахмута, но и даже Донецка. Так что я думаю, что как раз это как раз на руку нам. И то, что сейчас в России грядет ползучий дворцовый военный переворот, о чем я говорил раньше, как говорится, в вашем эфире, я думаю, что мой прогноз тоже оправдывается. Так, пане Вахтанг, ще хотілося б почути вашу думку стосовно такої новини, яку буквально кілька хвилин тому опублікували російські пропагандистські ЗМІ. За їх повідомленням, нібито українські бойовики намагалися прорватися на територію Білгородської області. Вони заявили, що вночі у Вовчанському районі Харківської області російські військові вели бій із українською ДРГ. За повідомленням російських ЗМІ, стрільба велася із БТР, БМП та іншої техніки, але російські військові нібито успішно відбили атаку українських бойовиків, заявили пропагандистські ЗМІ. Хотілося б, аби ви прокоментували загалом цю новину. І на вашу думку, взагалі, чи намагаються такимось чином, такими провокаціями відвернути увагу від того, що відбувається у Білгороді? Пам'ятаємо, що кілька місяців тому там виявили ДРГ, тож, можливо, це було таке певне відвернення уваги? Ну, во-первых, ми знаємо, як працюють українські ДРГ. То есть они как раз, если прорывают, так называемую, как говорится, российскую границу, то они доводят дело до конца. Это во-первых. И высокий боевой уровень и слаженность украинских, так сказать, сил по линии ДРГ являются, я бы сказал, они могут дать фору, так сказать, российским, как говорится, своим коллегам. Это во-первых. Во-вторых, то, что, так сказать, на Харьковском фронте, я не думаю, что украинцы, значит, начали бы, как говорится, там, в Белгородском интеграле прощупываясь, так что данное направление. Думаю, что сами российские, так сказать, они хотят просто сейчас сменить, так сказать, медийный фронт, и чтобы вот как-то загладить, значит, тот выпад Пригожина, который сильно ударяет по имиджу Путина и его кремлевской клики. Это во-первых. То есть это как раз медийное, как говорится, перекрытие той темы, которую мы сейчас говорили несколько минут тому назад. То есть они хотят вот этими так называемыми, как говорится, провокационными фейк-ньюсами перекрыть тот негативный фон, который сейчас
озвучивается перед 9 мая, да? Так. И естественно, что для Путина это важно, чтобы как-то вот так, как говорится, сбалансировать даже на медийном фронте свои, как говорится, недостатки и свои, как говорится, белые пятна. Так что я думаю, что это из этой, как говорится, сказки. И в скором времени все, как говорится, будет так, как нам хотелось. Пане Вахтан, дякуємо вам за вашу аналітику, за ваші пояснення того, що відбувається нині як на Кавказі, так і конкретно з Кадировими, і те, що стосується в протиборства Кадирів, Кадиров, Пригожин, Міністерство оборони Російської Федерації тощо. Нагадаю, з нами на зв'язку був Вахтан Майса, експерт Центру зовнішньополітичних досліджень із Грузії. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую.